он еще и элегантно действует, эстетски, для любителей хоккея, для любителей тонкой, креативной игры. Ой! Ой, как получилось! И 2-0! Невероятный выход у Йокерита в меньшинстве, и Сорокин потащил! А что, если 2-0 выходишь, не надо передачу давать? Вот нравятся мне такие моменты, когда вратари так спокойно и, кажется, как-то вальяжно даже шайбу ловят, тем самым вселяют уверенность в своих партнеров.